Всем здравствуйте! Супруг певицы Натали добровольно ушел из жизни. Эта новость стала шоком для всех. Певица долго молчала о случившемся, но теперь решила высказаться. После похорон любимого супруга Александра Рудина, убитая горем, Натали нашла в себе силы обратиться к публике. Певица выступила с душераздирающим заявлением. Обращение Натали появилось в публичном пространстве. Артистка высказалась о болезни супруга и своем будущем. Пока оно представляется ей беспросветным. Ушел из жизни мой любимый, единственный, родной, Саша. Александр Александрович Рудин. В этом августе было бы 33 года нашей совместной жизни в супружестве. Вся моя жизнь – это песня для него и про него. Не умею жить без него, заявила Натали. Несмотря на слухи о психическом расстройстве супруга и его лечении в клинике, певица повторила, что Рудин ушел из жизни из-за последствий ковида. Наталья Рудина призналась, что вместе с мужем сражалась с болезнью целых 2 года. Судя по словам Натали, она увидела в случившемся с Александром есть нечто мистическое. Артистка считает, что он предвидел трагедию. Теперь Натали осталась одна с 3 детьми. Также она напомнила поклонникам о последней воле супруга. Муж просил не уходить со сцены. Певица твердо намерена исполнить желание любимого. Она заверила, что не собирается отменять концерты. Рудин, по словам разбитой певицы, подарил ей профессию, а ее карьера была делом всей его жизни. «Будем надеяться, что знаменитость найдет в себе силы пережить столь трудный период и выйти на публику, чтобы радовать своих поклонников новыми песнями». А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!